Чтобы быть учеником года, мало хорошо учиться. Нужно уметь выступать на сцене, четко представлять свою будущую жизнь и быть ориентированным на успех. В областной центр на финал регионального конкурса съехались 10 ребят из разных муниципалитетов. Каждый борется за почетное звание «Лучший ученик Ивановской области». Нужно, чтобы тебе жить было интересно. Вот ученики года попадают те, кому интересно жить и которые умеют радостью жизни делиться с другими. Портфолио оценивается в заочном туре обязательно. Там смотрятся достижения разного уровня, участие в общественной жизни, либо в ученическом самоуправлении, либо в общественной организации. Иногда бывает и то, и другое. Участникам предстояло пройти 8 испытаний. Запланирована презентация своего муниципалитета, мастер-классы, выступления на тему «Моя роль в этом мире», обсуждение гражданской позиции, дискуссия, общественные организации «Лучший путь воспитания личности», так это или не так, а еще спич на тему театра. Финалисты – учащиеся 9-11 классов. Они находят время не только на подготовку к экзаменам, но и на такие конкурсы. Я останусь, конечно же, в своем поселке. Буду делать так, чтобы он стал еще лучше и краше, чтобы он процветал, чтобы Ивановская область стала намного лучше, ярче. И моя роль в этом мире – это, я считаю, что надо помогать всем, кто нуждается. Потому что вокруг нас есть очень много людей, которые нуждаются в особом внимании, помощи. И у них нет средств, нет возможностей, мы должны им помогать. В нашей области ученик года проводится с 2012 года. Победитель этого этапа представит Ивановскую область на межрегиональном конкурсе, который пройдет в весенние каникулы в Ульяновске. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.